Дмитрий работает инспектором ДПС уже 4 года. Все это время он ездил на отечественной легковушке. Полицейский признается, новый автомобиль более маневренный, обладает высокой скоростью и хорошей проходимостью. В салоне установлена современная система видеонаблюдения. Видео записывается на жесткий диск. В последующем можно просмотреть любое правонарушение нарушителем правил дорожного движения. И уже это будет являться доказательной базой. 45 иномарок приобрели на деньги национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», который инициировал президент России Владимир Путин. Еще 20 отечественных машин получили самарские участковые. По словам начальника облгаи, иномарки могут развивать высокую скорость за считанные секунды. Вот те автомобили, которые мы сегодня будем вручать строевым подразделениям, они, во-первых, да, мало того, что они очень имеют хорошие характеристики, это двигатель 1.8, 180 лошадиных сил, то есть очень хорошие динамические характеристики. Там 100 километров, вот автомобиль развивает скорость за 7 секунд. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поблагодарил полицейских за ежедневный кропотливый труд и передал ключи от новых машин сотрудникам. Я рассчитываю на то, что наша с вами совместная работа будет способствовать повышению качества жизни людей, их комфорта. Во главе угла, конечно же, лежит всегда безопасность. В конце 2020 года полицейские рассчитывают получить еще одну партию современных иномарок. Автопарк хотят расширить еще на 78 автомобилей. Анатолий Головко, Максим Гусев, события.